28 августа в Татмедиа состоялась пресс-конференция о втором съезде учителей истории и общества знаний Республики Татарстан. В ней приняли участие заместитель директора Института международных отношений КФУ, председатель комитета комиссии ОГЭ-ЕГЭ по истории и общества знаний Республики Татарстан, доцент кафедры Отечества истории КФУ, ответственный секретарь регионального отделения Российской ассоциации учителей истории и общества знаний Республики Татарстан. Съезд посвящается празднованию столетия ТАССР. Первым выступил Рамиль Фахрутдинов, заместитель директора Института международных отношений КФУ. Он подробно рассказал об отличиях двух съездов, а также накопившихся проблемах, изменениях, нововведениях КФУ. И я хотел бы здесь сказать, что вот подчеркнуть роль Казанского федерального университета, который в последние годы активно проводит свою, разрабатывает свою модель подготовки педкадров для республики. При этом хочу сразу подчеркнуть, что среди федеральных университетов Казанский федеральный университет входит в тройку ведущих лидеров по количеству выпускников именно тех специалистов, которые будут работать в сфере образования. Далее доцент кафедры отечественной истории КФУ Айрат Тухватуллин проинформировал о потоке учащихся выпускников и насколько интересен процесс обучения на его кафедре. Также в этом году выпустилось интересное направление «История с углубленным изучением исламской цивилизации». Получили статус бакалавра педагогического образования. У нас достаточно успешно идет работа с направлением истории и английский язык. 5 лет обучения, в конце они выходят бакалавриат. И со следующего года мы планируем в условиях билингвальной и мультилингвальной среды добавить еще язык. Помимо этого обсуждались вопросы региональной истории и были продемонстрированы новые учебники 5-6 классов, которые включают в себя изучение истории Татарстана. Съезд пройдет 29 августа на базе Академии наук. Алия Шаймуратова, Владимир Нелюбин, Универньюз.